Всем привет, ребята! Вы на канале Лиса Киса, с нами Рома и Алиса. И сегодня у нас гели-челлендж. Мы будем петь самые популярные детские песенки, но не обычным голосом, а супер смешным. Но есть и второй этап нашего челленджа. Мы будем по очереди читать и угадывать фразу из мультфильмов. Поехали! Канал Алиса Киса. Юзефа! 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 Нет, это пыльноносицы! Ребята, а сейчас готовьтесь. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Не расскажем никому. О, нет, о, нет, о, нет. Мы еще уж на утяты похожи, не хотят быть похожи, не хотят тря-тря-тря-тря. Облака, белогривые лошадки. Та-та-та. Это ежик в тумане? Я понимаю. Нет. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня без оглядки найдет. Ведь так не бывает, как на свете, с тобой были потеряны дети. Из какого мультика эта песня? Это из вот этого, где белый медведь был на льдине, я забыла, как он называется. Неправильно, это мамотенок. Жили у бабуси два веселых гуси, один серый, другой белый. Два веселых гуси. Один серый, другой белый, два веселых гуси. Ну что это за песня? Конечно же, два веселых гуси. Так ты взял сюда? Да, вот. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Тили-тили, тролливали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Ну и что это за мультик? Это... Ща, стоп, я забыла... Ща. Спой еще раз. Спой еще раз. Ну блин, я забыла эту песню. Картошка, картошка, пойдем копать. Антошка. Я был когда-то странной игрушкой без имен, которой в магазин никто не подойдет. Теперь я чебурашка. Ну что это за мультик, а? Ну, чебурашка. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Кем-то дружить не страшно тревоги, нам ли мы дороги дороги, нам ли мы дороги дороги. Кабы не было зимы в городах веселых. Никогда бы не знали мы. Никогда бы не знали мы. А песни веселые. Ну что это за песня? Так ваши ну-ну-ну. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом елочка зеленая была. Так, а теперь у меня. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Представьте себе, зелененький он был. Все. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ремя. Ты же сказка спать ложится, чтобы ночью нам приснится. Ты заспай, баю-бай. Трэпчик. Теперь я. И это... Скатерти скалится, далеко стелится и упирается прямо в небоскреб. Каждому, каждому лучше верится. Катится, катится голубой вагон. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Это было круто, но сейчас второй этап челленджа. Мы с Алисой сами написали для друг друга цитаты из самых известных мультфильмов. Алиса будет угадывать мои, а я ее. Я уже первая. Давай. Неправильная ты идея, фюрер. Бутерброд съешь. Надо колбасой вниз, так вкуснее. Так,
Это Простоквашино, разговор кота Матроскина и дяди Федора. Хорошо. Улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем. Это ставка Мадагаскар. Да. Там пингвины. Улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем. Вот точка, 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 я вовсе не медведь, не медведь. Конечно же, Винни-Пух, он пытался забрать мед у пчел. И там, пятачок. Так, Винни-Пух. Так, пятачок, бедезочек, говорит, кажется, точно начинается. Бак, скажи, ты давно свихнулся? 3 месяца назад. Как-то проснулся, а моя жена на нас. Уродливый такой. Эх, ну я любил ее. Ледниковый период. Это потерянная печкин. Принес посылку для маленького мальчика. Но я вам ее не дам. Вы слишком маленькие. Это почтальон Печкин из Простоквашино. Мы уже приехали. Вы уже приехали. А теперь приехали. А сейчас приехали. Это Шоу. Птица Говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Птица Говорун. Это, конечно же, тайна третьей планеты. И конечно, Алиса из будущего. И, конечно же, я птица Говорун. А как же я, малыш? Я же лучше собаки. Поросенок. Карлсон. Это Карлсон. Ребята, давайте жить дружно. Кто не знает эту фразу, тот еще не смотрел «Кота Леопольда». Всем советую. Не ходи туда, там же ждут неприятности. Ну как же туда не ходить? Они же ждут. Котенок по имени Гав-Гав. А вот наш тенеж подошел к концу, а победил в нем, скорее всего, дружба. С вами были Рама и Алиса. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Канал Алиса Киса.